резать сыр, потому что слайсер у нас стоит, а мы режем ножом все. Я прям сейчас весь кусок сделаю и в контейнер. Вообще очень тоненько получается. Оп, я себя чувствую, как баба у какого-то станка на заводе. Вот, видите? И все, теперь я по кусочку буду брать. А то постоянно с этим ножом, пока порежешь. Ну, если слайсер есть, конечно, думаю, почему бы мне пользоваться. Все сюда ставлю, хотя... Ой, вот этот сок, Эдик, наделал. Кто его сейчас будет пить? Вот сюда, посерединке я поставлю. Видите, у меня здесь такие еще три контейнера стоят. Это, по-моему, на 2 литра. Этот литр 200. И вот этот... Я даже не знаю. Ты так не разговаривай. Скажи, мама, дай мне, пожалуйста, сыр. Пожалуйста, сыр, дай. Вот, теперь ты хороший мальчик. На, держи. Порезать. Посмотрим, как получится. Давайте вставлять. Ой, всегда как страшно, все равно такой нож тут. Так, вот так. И, наверное... Ой, жизнь блогера тяжела. Одной рукой все с этой камерой. Так, включаем. Чик. Оп. Не получается как-то. Резать не получается слайсером. Не-а, вон в смятку все. Меня же Эдик убьет. Боже, грязный. Ой, кстати, на этот, на салат хорошо крошить. Совсем тупой, ничего не режет. Видите, какие толстые получились, неровные. У меня есть нож. Ой, у меня есть нож. Которым пользуется только мой муж, потому что он очень острый. Я всегда режусь, я могу прям палец отрезать. Если даже если яйцо не держать одной рукой, вы посмотрите, как он режет. Вау! Обалдеть! Ну ничего себе! Ну ничего себе, ты с утреца купил. Накупил прям. А это что такое? Яблочко ты хочешь? Он кушать хочет. Надо быстрее уже завтракать. Ты как кто теперь? Ты как теперь это Катя Сайбель. Знаешь, что такое Катя Сайбель? Без понятия, кто. Вот она смузи делает, как и ты каждый день. Катя Копель? Нет, Катя Сайбель или Сайбель. Что ты хочешь, Данил? Какао. О, сейчас я тебе сделаю. Смотрю, в руках этот телефон у нас на бутылочке. Фильтр надо поменять. Да, там какой-то фильтр. Вот здесь надо менять. Папа! Яички, да? Я же его купил. Я просто буду одно без всякого, без ничего. Папа, давай. Вот, давай. Давай включать ток, а? Да. Покажи воду. Ты, Даня, будешь яичко жареное? Даня? Да. Будешь? Пойдем жарить. Нет. Почему нет? Я с одной. Эдик, тебе одно? Одно. Я бы два. Наверное. Или одно, ты же одно. Чик. Сейчас моя мама скажет, нельзя жарить на таком масле канцерогены. Давай. Нет, я здесь буду. Давай, давай, ручки. Нет, две. Давай, давай. Хочу, я хочу. Оп. Яйца с канцерогенами. Оп! Так лучше жарить. Мама, жарить. Что он будет кушать? То же самое, что ему у нас, посмотри, сколько еды. И творог. Все-все-все-все. Оставь, они жарятся. Так, отходи, да. Мы вот так поставим на единичку, и они дойдут. Угу.
Все, отходи. У нас на завтра горчица со вкусом красного перца, сыр, авокадо, огурец, помидорки, творог, яйца, такой обычный сыр, черника, джем, доходят яйца, сосиски, делаем кофе и смузи будет. Смузи, да, Эдди? А то я в прошлый раз сказала сок. У этой... Катаевой спросили, как у меня. Сайбель. Кобель. У Кобелиной. Смузи от Эдуарда Сайбель. Врачи будут работать в нашем недавно построенном госпитале. Центральное правительство прислало 11 укомплектованных команд. Данил, что ты делаешь? Мама, там птичка упала. Птичка у тебя упала? Ты сказки слушаешь, да? Я шапочка. У тебя здесь полицейский участок? Да, тут закрыто. Тут закрыто? Да. У нас такая хорошая погода, мы собираемся гулять, да? Всем спасибо за просмотр. Вот так скажи, лайки ставьте. Да, вот так. Пока-пока. Ты уже козлят слушал. А я только съеду. Другой милый повеселый пылся. Ну включи. Это вот и пылся. Караоке давай. Не волнуйся, да. Ни за что и никогда. Про собачку? Человек, собаки, друг. Человек, собаки, друг. Это знает все вокруг. Это знает все вокруг. Ну пой. Понятно. Нет добрее существа, нет добрее существа.